Вторники «Квитатиане», с которым вы пели дуэтом песню «Помолимся за родителей». Эта песня бьет все рекорды по просмотрам в интернете. Но ты пришел на большую сцену из мира спорта, оказывается. Да, как вот Житов говорит, за ним Архангельская область, а за мной вся делегация борьбы стоит. Для меня сейчас это все так смешно и непонятно все происходит, потому что всю жизнь боролся, а тут я нахожусь с певцами, я даже не верится, если честно. В синем это ты! Да, вот тут у меня вылетело плечо, злобонервным не смотреть. И сейчас подойдут, вот, я боролся тут с олимпийским чемпионом Рио, Кайл Снайдером, он из США, и тут вот... Ну, послушай, ты знаешь, что такое спорт, что такое финал, что такое, когда на тебя смотрит и за тобой вся страна. Твои-то прогнозы, кто победит в проекте? Промолчать нельзя? Можно. Промолчу, потому что со всеми ребятами дружу, но болею за мою команду Димы Билана. Извините, ребят.